Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. И вы знаете, Наталья, я хочу сказать, вот я на самом деле к шитью на «вы». Ну, порой что-то порвется, да, надо либо звонить бабушке к ней, бежать, просить ее подшить, либо в ателье тратить миллионы на пошив. Так хочется, вот на самом деле, я поняла сейчас уже со временем, дома иметь швейную машину, ну, которая может все, прям как шить в ателье, знаете. Что мы можем предложить? Чтобы сразу все в одной. Да. Я предлагаю, друзья, сегодня Janame Japan 957. Японская разработка. Инженеры Японии вложили сердце свое, мастерство и руки. Щедро сделали эту машину комфортной, удобной, надежной. Многофункциональных операций, 15 операций, которые выполняет наша машина. И я хочу сказать, все операции находятся легко на панели. Тебе даже не нужно даже заглядывать так в какие-то схемы и инструкции. А вот теперь смотрите. У меня в руках образцы, которые выполнены на нашей машине. Так, это все мы сделали это на нашей машине? Да. Это все выполнено нашей машиной. И вот этот образец, который мы сегодня будем выполнять, я покажу вам функцию поддержки двойной иглой, и я вам сейчас это покажу. Так, Наталья, я хочу просто сейчас сразу для себя зафиксировать. Здесь 15 автоматических программ, насколько я услышала, еще и двойной иглой можно шить? Конечно, вот раньше, у меня заправлено. То есть, знаете, раньше это был восторг, когда только в одну сторону машина могла шить, потом начали появляться еще в другую, а здесь еще и две иглы сразу шьют? Да. Ничего себе, так показывайте. У меня две катушки ниток, смотрите, двойная игла. Так, вижу. Все без розыгрыша, два лоскута ткани. Причем мы сегодня выполним соединение этих двух лоскутов. Так, то есть вы сейчас будете соединять именно два лоскутка ткани. Не просто прошивать на ткани, а прям сдвоенной ниткой. Сдвоенная игла и два лоскута ткани. Посмотрите. Идеально, вы посмотрите. Вы только посмотрите, как шьет эта машина. Знаете, мне очень приятно это видеть, что здесь сразу шьют две иглы. Девочки, хозяюшки, вы только представьте. Так, а вы специальный какой-то, да? Я, смотрите, специально уменьшаю сейчас ширину зигзага. Так. Так. Увеличиваем что-то. И теперь я его увеличиваю, посмотрите. Ну, ой, я вижу разницу. Послушайте, это просто, конечно, восторг. Двойная игла. О, еще пошел другой шов. Ничего себе. Так, Наталья, давайте еще поговорим. Друзья, смотрите, я обрезала нитью встроенным обрезчиком нити. Так. Легко и удобно. Посмотрите, как просто на самом деле управлять машиной. Ведь я сейчас на ваших глазах за несколько секунд выполнила вот этот образец. Дома, если вдруг ваши дети подросли и нужно починить джинсы, ну чем надрастить еще кусочек? Старые папины джинсы или свои? Вы можете точно таким образом, этим же двойным швом с двойной иглой, выполнить вот эту работу. Знаете, и у вас будет экономия какая в семейном бюджете. Комфортно и удобно работать. Переключать можно в процессе работы, регулировать длину стежка, ширину стежка. Длина стежка максимальная 4 мм, ширина зигзага 5 мм. Машина компактна и удобна. Несмотря на свои размеры, ну просто загляденье. Посмотрите, я ее вот сейчас поднимаю руками. Так. Я хочу сказать, что это просто легко и удобно. 6 килограммов, 300 граммов весит машина. И если вы с собой ее возьмете на дачу, то я думаю, что и там можно будет заняться творчеством и любимым рукоделием. Ой, это очень здорово. Так, а еще хотелось бы узнать именно про мощность. Мощность этой машины. Друзья, сейчас я вам докажу, какая у нее великолепная мощность. Я хочу, знаете что, я, наверное, попробую прошить двойной иглой. Так. Я попробую прошить двойной иглой. Угу. Эту функцию, и я сейчас просто выполню манипуляции на двойной нашей иглой 10 машине. Лоскутков ткани. Да, ну джинсовых. На свой страх и риск. Да. Да, я никогда этого не делала, честно. А, это сейчас будет даже прям впервые это в прямом сейчас эфире. Это в прямом эфире, причем высота подъема лапки у нас 1 см 3 мм, и это можно легко сделать. И вы хотите, ну я вижу, что это справа. Ребята, посмотрите. Это просто супер, конечно. Честно, я первый раз это сделала. Я еще ни разу
такого эксперимента не проводила с нашей машиной. Сам эксперт сегодня говорит о том, что еще никогда не делала такого в своей жизни и попробовала это прямо сейчас в прямом эфире на ваших экранах. Универсальная. И вот смотрите, мощность машины 85 ватт. И вы обратите внимание, ведь 10 слоев джинсовой ткани. 10 слоев джинсовой ткани, посмотрите, двойная игла. Так. И эти 10 слоев мы смело преодолели. Мы смело это преодолели. Вы сегодня, знаете, становитесь не просто женщиной, хорошей хозяйкой, заботливой мамой, да, любящей женой. Вы сегодня становитесь на ступень выше. Вы еще и сможете любые изделия сшить, подшить, что-то пришить, придумать что-то новое в своем доме, сшить идеальные шторы, допустим, идеальный детский костюм своему ребенку в детский сад, ну и даже застрочить любимые джинсы своего мужа с помощью вот такой швейной машины Джанаме Джапан 957. Знаете, что я хочу вам сказать? У нас рубрика «Хобби», Наташа, и вам тоже хочу это сказать, была на летних каникулах. Да, весь летний сезон мы представляли другие товары, у нас были другие рубрики, но по вашим просьбам в осенние эфиры, в осенний новый сезон рубрика «Хобби» стремительно врывается с грандиозными бестселлерами, новинками и, конечно же, хитами телеканала «Шоп-н-шоу». И сегодня по вашим многочисленным просьбам приходит Наталья Серафимова, которая рассказывает о невероятной швейной машине «Джанаме Джапан 957». Вы знаете, я человек, который вообще с трудом, знаете, даже берет иголку и нитку, чтобы что-то зашить. Я говорю, правда, я бегу сразу к бабушке. Для меня просто это все очень тяжело делать, у меня это в голове не укладывается, но я поняла, что хватит тратить на ателье, хватит бегать к бабушке, надо уже становиться действительно самостоятельной женщиной, знаете, заботливой женой и мамой, которая будет заботиться о всей своей семье. И тут я вижу 15 автоматических программ. Я так в бабушкиной швейной машине к одной только не могла, извините меня, привыкнуть, которая, знаете, вперед-назад счет, а тут сразу 15 программ.